В созвучии с нашим городом в художественной галерее с 26 сентября по 31 октября пройдет всероссийский просветительский проект «Дни научного кино 2024». В рамках фестиваля саровчанам покажут 13 документальных фильмов, киноленты расскажут о научных открытиях, архитектурных шедеврах, природных красотах. Стартуем мы уже 26 сентября в вечернем показе. Это наш традиционный четверг, наш любимый четверг. И приглашаем всех на полнометражный документальный фильм «Мельников» о знаменитом советском архитекторе Константине Степановиче Мельникове. Это просто знаковая фигура вообще в мировой архитектуре. Это архитектор, который создал много проектов невероятной по идее, по мысли. Зрители увидят в фильме его знаменитый дом в Кривоарбатском переулке Москвы. Адрес хорошо известен архитекторам страны. Фестиваль научного кино хорош тем, что тему по душе сможет найти каждый. Киноленты наполнены искусством, достижениями, исследованиями, мнениями экспертов, удивительными пейзажами. 3 октября зрители окунутся в физические процессы. Смотрим большой полнометражный фильм о большом адронном коллайдере. Тема для Сарова тоже близка, известна, и, конечно же, будет любопытно посмотреть. Это первый наш отечественный фильм о Баке. И, в принципе, мы уже, люди далекие от физики, тоже погрузились в эту тему, как, пока мы готовимся к этим показам. 5 октября – День учителя. Мы выбрали 2 фильма. «Женское лицо науки» посмотрим. 5 интересных очень интервью с женщинами, которые выбрали путь научный для своей профессии. Вторым в этот день покажут полюбившийся саровскому зрителю фильм «Чувственная математика». Далее участники фестиваля увидят картины о природе, пройдут неизведанными тропами, познакомятся с редкими животными. Фильмы проекта – то, что захочется посмотреть и обсудить. В этом году организаторы подготовили призы для зрителей. В конце каждого просмотра будут появляться экранная заставка с QR-кодами, которые перейдут на регистрацию. Можно оставить отзыв и получить умные колонки, а можно сделать подписку на фестиваль актуального научного кино, и разыгрываются 2 поездки, одна в Москву, а другая в Нижний Новгород, с посещением «Атома» в Москве и с посещением тоже научного центра, научного такого пространства в Нижнем Новгороде. Кинопоказы в рамках проекта бесплатные для лиц старше 6 лет. Все вопросы и групповые заявки принимаются по телефону 70287. Дорогие саровчане, давайте вместе смотреть хорошее научное кино. Это всегда интересно, это всегда насыщенно информационно, и это всегда полезно. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров 24.